Есть новая книга, я ее держу в секрете от конкурентов. Я тоже конкурирую с проповедниками, поэтому не даю этот материал никому. Я первый буду, кто скажет эту цитату, прочтет. Это хорошая компиляция, очень прекрасная компиляция идет о святом имени. Что говорили спутники Господа, читая Бхагаватам Сарасвати, Шрила Прабхупада, различные госвами. Вот тут такая компиляция, потрясающая. Прям такая же книга у них, видите? Вот. А у меня она все равно красивее Карабажа, видишь? И я первый ее получил, между прочим. Вот, драгоценная книга, да, правда. Хорошая. Я думаю, она будет доступна всем преданным. В всяком случае, можем ее читать вместе, обсуждать вместе. Это интересно будет.